Пока студенты отдыхают, преподаватели занимаются спортом. Ежегодный день здоровья собрал около 150 педагогов из колледжей и техникумов региона. В Ивановский промышленно-экономический колледж приехали команды из всех районов области. На сегодняшнем нашем спортивном празднике «День здоровья» проводится дартс, волейбол, настольный теннис, шашки, шахматы и стрельба из пневматической винтовки. Состязания, уверяют организаторы, продлятся до самого вечера. Остановить выбор на одной-двух дисциплинах не удастся. Команда должна побывать на всех площадках. Спорт по душе найдет каждый, и любители подвижных игр, и ценители интеллектуальных. Сегодня 22 образовательных учреждения среднего профессионального образования, команды этих учреждений, сегодня встретились здесь на спортивном празднике для того, чтобы пообщаться, посоревноваться, ну и прежде всего, наверное, показать, что мы за здоровый образ жизни, мы являемся примером для наших студентов, для нашей молодежи. День здоровья – это не только повод размяться и с пользой провести время, но и возможность познакомиться с коллегами из других городов. Педагоги говорят, что спорт любят и уважают. Особенно приятно, когда руководитель это поощряет. Вот мы где-то порядка 12 лет были абсолютными победителями во всех дисциплинах, ну в том числе традиционно в волейболе. Так как, в общем-то, я являюсь директором колледжа, люблю этот вид спорта, ну, соответственно, и кадры подбираю. Те, которые умеют играть в волейбол, те хотят играть в волейбол, но это не мешает им быть профессионалами в своем деле. Для многих зимние спортивные встречи уже стали доброй традицией. В планах на следующий день здоровья расширить список дисциплин и включить силовые упражнения. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.